какой ты молодец, а, слушай. Какие... Да, можно... Какие мы были, блин, эти дурачки и тормоза. А ты просто нам открыл новые горизонты. Скрываться от ветра, блин, ребята, смотрите, как оказывается можно. И ты глянь, как равномерно. Да. Я эту закрыл тоже. Замечательно. Масло кипит, а то вообще с одной стороны кипит. И ровненько, главное, да. А там ветер, песок. Ты молодец. Благодарность. Вот, ребята, у нас сегодня жареная рыбка. Ой, какая красота. Слушай, а как эстетично выглядит. С кукурузной крупой. Да. И с зеленью. Вот, кстати, то, что столько много масла. Это не надо. Да, это вот в Черногории меня Радко учил рыбу жарить. И он говорит, что рыба, да, они же на море там все-таки живут. А рыба должна на треть плавать в масле. Да. Слушайте, в каком же я сегодня кайфе находился? Это просто какая-то невероятность. Короче, и главное, что и с этими поборолся, и тех достал, и, в общем-то, и... Тебе рыбалка удалась? Прям вообще. И знаешь, вот как-то... Осталось только такой... выяснить, кто это те и эти. Леха, ты, наверное, где-то на дискотеке был. Поборолся с теми, с этими. А не на речке. Можно сказать, что примерно так оно и было. При этом я был. И на мальчиков начал бы заглядываться. Ну, еще недельку на острове. Ну, а судя по всему, те это были как раз те, а эти, ну, может быть... Те самые. А эти, может быть, это были девушки, я не знаю. Так, те это были... Красив. Как у тебя все эстетично, крестиком. Эти, да. Это у нас, естественно, щуки. То есть я прям вот и такой, и сякой. Здесь оставляю, то там ветер. Да, давай, а улетает. Рыбалки попробовал прям на все вот. Ну, если к вечеру стихнет, поедем опять туда. Я прям, там мне нравится. Я всего одного карасика поймал, но это уже прям вдохновился. Да. Пивка возьмем, да. И с пивком посидим. Пивка, да. Вяленую рыбу возьмем. Да. Начинается водочки, и там уснем. Слушай, Леша, а уже пока ветер, друзья, готовим. Вот сюда, через сетку. Готовим здесь, внутри. Остался последний штрих. Через 5 минут борщичок будет готов. Борщ готов. Хорош пиздеть. Слушай, как ты быстро, а? А то жены наши, блядь, вечно полдня борщ варят. Жены наши. А тут делов-то оказывается. Ебут на мозги. Во-во, а тут делов на полчаса оказывается борщ сварить. Я, блядь, борщ сегодня варил вот там полдня. Сегодня ветер, друзья, мы еле-еле переправились в залив. Такое прекрасное местечко, где, ну, относительная затишка. Не знаю, сейчас вам слышно меня или нет, потому что этот дурацкий ветер дует. Вот мы нашли вот такое вот местечко замечательное. И сейчас здесь будем ловить карася на то, что придется. Слышите эти звуки? А пока мы тут все раскладываемся, видите, у нас уже... Ой. Да, у нас уже кто-то ловит. Замечательный карасик. На что, Лёх, клюнул? На ракушечку. На ракушечку карасик уже прилетел. Так, я сегодня закидываю. У меня вот на одном крючочке такой кукурузный пилетик, который я купил в Декатлоне. А на другой ракушка. Посмотрим, что работает лучше. Тише, ребят. Друзья, мы прикормились. Разложили наши снасти. Вон у Лехи там уже второй раз клюет. Вон там уже плавает наша рыба. А вот это пиво. Мастер Доминго поет нам песню. Да, и бычок нас тут развлекает. Но самое главное, холодное пивко. Видите, вон, которое там лежит у нас, остывает. Вон Сашка как улыбается. Пиво хочет. Но пиво можно только тем, кто поймал рыбу. Друзья, покажу вам, на что я ловлю свою снасть. Вот смотрите, это меня волжские, волгоградские парни научили. Скользящий поплавочек. Вот он.
затем грузило. После грузила идут два крючка на поводках. И потом вот такие вот три грузильца, два грузильца на конце. Скажете, для чего это нужно? А я вам скажу, я вам отвечу. А нужно это потому, что вот здесь течение, это протока. И посмотрите, как стоит мой поплавочек. Не шелохнется просто, ровно, ничего его не сносит. А все почему? Потому что вот эта снасть, вот такая вот она простая. О, ну молодец, слушай. Щучка? Красивая. Как она боролась за свою жизнь. Карасик. Нормально. Есть. Иди к папе. Ой-ой-ой. Хорошо ходит. В кусты зашел. Теперь пиво заслужили все. Какой он озорной. Подзаебал. Да, ребята, вот это, вот это рыбалка. Карасяндрик. Он так это сопротивлялся. Я хочу вам сказать. Килограмм. Килограмм точно. Вот, друзья, вот он, карасик. Он какой красивый. Вот, друзья. Это вот самая рыбалка. Нам надо умотать. Да, вот она, охуеть, красноперочка. Да. Что надо? Ее полдня. Все равно хлеб работает. И ракушка прекрасно работает. Слушай, не, ракушка, на ракушку здесь все местные ловят. Поэтому здесь как бы... А, красноперка, да? Блин, парни, дождик, да, чувствуешь, начался? Да, друзья, у нас намечается экстремальное путешествие из залива к нам на остров. Уже темно, стемнело практически, начался дождик. Мы очкуем, точнее, я очкую. Вот, но у нас еще впереди 2 мили, нам надо пойти. Долбанем пивка, очковство сразу уменьшится, пропорционально. Надо было сразу пиво добавить немножко самогончика. И вот с этим прекрасным ершом мы сейчас просто и, я думаю, не пьем. Мы почекать не ставим. Да. Средства от комаров у нас есть, нет. Пиво есть. Да. Ночная рыбалка — это такая вещь. Блять, уже все быки даже ушли домой, не мычат. Ну давай поорем. Друзья, мы вернулись, блять. Ой, извините, за мат, еле-еле. Уже ночь кромешная, не знаю, камера чего-то сейчас снимет или нет. Но могу вам сказать, что уже просто темно. Но мы справились. Это, конечно, плохо. Не ходите ночью на лодках, это очень опасно.